Добрый день всем. Привет с Харькова. Хотелось немножечко пройтись, еще раз посмотреть и обратить внимание, какая у нас погода. Снег почти везде растаял. Кое-где, где сугробы были, еще есть. Ну, погода прям весенняя. Все зелено, травка зеленая, кустики зеленые и плюсовая температура. И плюс такой не холодный. Сейчас немножко пройдемся, мне надо сходить в магазин. Кое-что купить. И я вас возьму с собой. Посмотрим, что у нас и почем. Продуктовый сегодня, наверное, не пойдем, по крайней мере, сейчас. Кстати, магазин этот, сколько не прохожу, никогда в него не вижу людей. Абсолютно. Не знаю, когда они приходят. Но магазин работает. Если другие открываются и закрываются, то этот работает. Значит, есть покупатели. Ну, идем дальше.
возле елочки. Не знаю, видели или нет. О, дракона поставили. Один дракона поставили. Что это за дракоша такой? Привет! Ты кто?